Федор, ты нищий, ты ебаный хиляк, как и я. Добро пожаловать в Стендофф 2. Я считаю, деньги на столе, ведь они ходят на концерт. Ты ведь понимаешь, что здесь критик, но кто твой... Всем привет, друзья, с вами Олег Доминиров, и это уже пятый дубль. Со мной сегодня Ильдан. А я думал, сова. Привет. Привет, Олег Доминиров. Ильдан расскажет, чем мы будем сегодня заниматься. Сегодня мы будем унижать паблики, которые могут унижать нас. Играть мы будем беглом, и все будет замечательно. По просьбе подписчика мы решили залететь в паблик с Диглом, но он просил на самом деле в ММ нас покатать, но мы решили для старта сделать все-таки катку закладки бомбы. Если вам такая тема понравится, если вы хотите, чтобы мы с Ильданом пошли в матчмейкинг, ставьте лайки. Набираем больше 100 лайков, идем дальше. Вот. А дальше там еще более интересный челлендж, мы пройдем калибровку. Only Diggle. У нас рубрика называется «Выебись Дигла». Ну, я надеюсь, я на Ютубе ее так не буду указывать. Просто напишу... А как назвать рубрику? Напишите в комментариях. Ильдан, как бы ты назвал рубрику? Я бы назвал рубрику «Выебись Дигла». Ну, да, нормально, сойдет. Все заебало. Будем играть Only Diggle, надеюсь, нам не дадут пиздов. Сразу же, с первого раунда мы закупаем Дигл, оставляя 100 бачей и обеспечивая просто слитые раунды далее. Да, конечно, никого не спирает. Это... Никого не спирает. Это... А, нихуя не, а это! Беги, сука, беги! Двоих забрал уже. Мне кажется, он в апартах сидит, крыса. Блять, охуенно. Он еще бомбу забрал. Я пошел на ба. Это... Понимаю. Дефьюз, да, планирую в ближайшее время провести для вас конкурс, у меня очень много калашей. Ильдан тоже будет спонсировать этот конкурс. Все четыре ножа сольет Ильдан, все под запись, так что уже не отвертишься. О! Хорош. О. Флешка у меня двое короба. Забирай. Ребятки, пишите в комментарии, нужна ли вам такая интрига, сможем ли мы в ММ фулстаком, играя только на диглах, то есть не на всех пистолетах, а на диглах, вытащить. Уф, блять, что я ставлю? Вы не подумайте, что против нас какие-нибудь подставные шарики. Да, они просто играть не умеют. Они просто играть не умеют, как и мы, впрочем. Не, Ильдан, ты потом пересмотришь это, и ты, наверное, будешь... Удивлен. И в принципе катка пока идет в нашу пользу. Я не знаю. Блять, тупая псина. Снайпер. Сразу вспоминается видосик Борова, который просто зашел. Бля, граната. Не люблю гранаты. Найс, Дан делает наконец-то еще один фраг с дигла, спустя столько времени. О, сзади. Хорошо. Жалко, я не вижу, как ты это делаешь. Но главное, что мы тащим. Просто тупо на пистолетах забираем закладку бомб. Флешку кину. Спасибо за смок. Хорошо, вас здесь слева. Там у него башка торчит, я ему вроде с первого раза попал, но что-то не получилось. Блин, нам одни дебилы. Давайте Нави, что ли, обсудим. Как они отыграли против Виталия. Нет, против меня фейзов. Убьют, сука. А, да, фейзов. Блин, не хватит. Тупая псина. Снайпер. У него петух, у него патрон. Неужели этот раунд мы сольем? Неужели они забрали раунд? Пиздец, я думал будет 8-0, но... А это за маму! А это за папу! Третий там. Блин, жалко, они не все у меня втроем. Не, ну это было хорошо. Ой, ну все равно придется вырезать, я ебал. Все, играем мы против каких-то отморозков. Профессионалов. Чемпики. Блин, я говорю, если вы наберете много лайков, я найду катку, короче, с чемпионами. И мы, блядь, там будем играть он для диглом. Посмотрим, с каким счетом мы их вынесем. Или отсосем. Впрочем, это уже совсем другая история. Ласт у меня. Дай убить. Давай!
У меня не получается. О, я по нему вообще не попал ни разу. Плюс. Так, ну-ка принимаем диглом. Флешки. Еще один. Там еще двое. Там чувак с пингом прям. Нет, там... Я пинг все равно дам. Да умри, твою мать. Сука. Пингованная мразь. Один стоит. Да я ему два раза шотнул, почему он не умер? А зато у нас тиммейта недавно. Но это пока ну, еще неизвестно, да. Не, ну это Габелла, ну давай хоть ты. Нави же. А и в принципе эту катку можно не выкладывать, никто и не спалит. Уже бомба. А здесь, да. Ой-ой-ой, какой прострел. Блин, жалко, не в хэдшот сразу же. Да. Я умер. Ну, я им хороший смок кинул, слушай, хороший смок. В упоре. На. У каждого по 2 хп. Вот последний прям вообще в хлам. Просто тащи. Тут, флешки у тебя, конечно, от бога. Да, он там прыгал. Вот почему именно в этот момент он, решил запушить с калашом? Да блин, они пингуются. Ну, снэппи пёс. Вот это прикол! Наконец-то хоть один фраг я дал на ну, спустя 4 раунда. Ну, все равно... Это Дизер, да? Привет подписчику своему. А, нет, это Аля. Дизер нормально. Не, ну, в принципе, изи. Изи. Хорошая катка. Типа, две катки с диглом мы вытащили, причем... хочу заметить, что именно было всего две катки. Вы не думайте, что типа мы играли. Сука, плюс 25. О. Просто везение. Обожаю. По 25. Вы не думайте, что мы играли, типа, это две катки на 100, мы выиграли только с пистолетами. У нас было всего две катки, и мы обе, в принципе, затащили. Я вам сделаю нарезочку. Если вам зайдет такой вариант, такие мини-челленджи, то, в принципе, можно будет продолжить уже в матчмейкинге. Там уже и поинтереснее будет, и бомбу хоть надо будет дефьюзить и ставить. Что-то будет. Набирается 100 лайков. Ну или... Ну да, 100 лайков, и мы идем в матчмейкинг. После матчмейкинга мы уже идем калибровать новые аккаунты чисто стеклами. Не болейте коронавирусом, это плохо. Сказал Дан из Пекина. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь или не подписывайтесь. Вот, с вами был Демиров, со мной был Ильдан. Спасибо за то, что побывал с нами. Всем до новых встреч. И Ильдан, прощайся. Пока. Пока.